тона, геть ши стало, а ши цомат. Геть ши стало, а ши цомат. Кер-бланкер, бланкер, шоппина тона, кер-бланкер, бланкер, шоппина. А ши цомет, вид, бутеве тона, а ши цомет, вид, бутеве. А ши цомет, вид, бутеве. Кангер-мер-хед, вид, буткар, тона, а гар-мер-хед, вид, буткаре. Карум пепини, эйни, тона, карум пепини. Сегодня 8 сентября, и мы находимся в Шотландии. Сейчас мы стоим возле бывшего замка, который был построен в 1705 году. Сейчас его переделали под отель. Этот замок находится недалеко от города Лох-Ламонт, который назван в честь огромного озера, которое тоже называется Лох-Ламонт. Ну, мы его все знаем, как Лохневское озеро. А, другое. Ну ладно, я вырежу. Ну, если захотите найти, называется Drovers Inn. Так, ну и вот так она выглядит. Здесь такая табличка тоже. Природа очень красивая. Одним из самых именитых владельцев это лорд Макгреган. Вообще за 300 лет было очень много владельцев. Ну пойдем внутрь, посмотрим, что там. Так, по дороге от Лох-Ламонта к Лохнессу есть такой гифт-шоп, считается самый большой на этом пути. Зенда, жалзи, лода, вот мы та зенда.
делаем небольшую остановку по дороге на Лох-Несс из Глазгоу. Остановились в таком холмистом месте. Озеро, лес. Достаточно типичная природа для Шотландии. Называются три сестры, потому что они три одинаковые горы вместе. И это на пути по дороге на Гленкоу. Находимся возле Инверлоки Касл, точнее то, что от него осталось после разных битв. Это замок 12 века, один из самых-самых старых в Шотландии. Находится возле озера Локи. Пойдем посмотрим, что тут осталось. А по какой причине разрушился, не знаешь? В боях тупо. Пушками обстреляли. Ага. Служил обороной долгое время, но обстреляли. Вот так,
восстанавливать. Думали, что все перекрыли. Видимо, сильно много лазили, что все обрушается. Но с другой стороны, а как людям еще смотреть, как не лазить? Вот карта и фото, как этот форт и замок выглядел раньше. Слева даже вон стоит, что в 1850-м нашли фото из гидов туристических, что он еще в целости и сохранности был, так что он был разрушен уже где-то в 20 веке. Находят всякие инструменты времен 1200-х годов, поэтому это подтверждение того, что он существовал еще до 13 века. Многое, что существовало. Он считался самым могущественным замком Шотландии, оборонным. Но, к сожалению, до наших времен не дожил. Дожил, но не все. Где находится Лох-Несс, самое знаменитое озеро за счет его чудовища Несси. Вот видно Лох-Несс. Лох – это озеро по шотландскому, галицкому языку. Несс – это само название этого озера. Ну, о самом чудовище Лох-Нессского озера мы расскажем чуть-чуть позже, когда мы пройдем к самому озеру. Кораблик наш вот этот вот отправится. Мы можем походить по магазинам. Вот так. Сейчас мы зайдем вот в этот вот магазинчик. Не знаю, что там. Сейчас увидим. Плюшки. В общем, атрибуты. Такая яблонька. Такая яблонька. Какая красота.
Причальчик такой. Ух, какая красота! Какой вид! Отсюда открывается на озеро Лох-Несс. Вот стоит кафе такое. Можно пообедать. Вот так и хочется сразу разбежиться, прыгнуть и поплавать вместе с чудовищем на перегонки. О! Прыгнули. Гаги-гаги. Гаги-гаги. Ути-ути-ути. Ути-ути-ути-ути-ути. А, красота. Иди сюда. Сейчас мы находимся на самом Лох-Несс, что обозначает озеро Несс. Лох-Нессское озеро, как все наверняка уже слышали об этом, наверное, уже нету такого человека, который не слышал о Лох-Нессском озере и о его чудовище. Теперь немного интересных фактов о самом озере. Это самое глубокое озеро не только в Шотландии, но еще и во всем Британском королевстве. Здесь столько пресной воды, что намного больше, чем в Британии и Уэльсе вместе взятой. Но если вы посмотрите, вода не очень прозрачная, вода мутная. Это не потому, что она грязная, это потому, что здесь очень-очень много торфа в ней находится. Так что вода чистая, пресная, но из-за этого торфа она получается мутная и как бы кажется, что она грязноватая. Также это озеро настолько глубокое, что оно 230 метров в глубину. И это озеро не только глубокое, но еще и длинное. Оно соединяет одну часть Шотландии с противоположной к океану. То есть вообще поперек идет. Так. И что еще можно рассказать об этом озере? О температуре его. О температуре. Оно всегда холодное. Оно постоянно холодное, это озеро. Много разных животных здесь обитает в этом озере. Но пока мы слышим только крякающих уток недовольно. А то, что здесь ресторанчик, они, видимо, крякают, что их никто не кормит здесь. Да, судя по тому, как мы заходим в магазины, и там везде чучело разных животных, то обитает здесь много животных и разных водоплавающих. Не только рыб, но и вот именно таких водоплавающих животных каких-то. Ну, вот так. С этой стороны, видите, как еще протекает. В общем, большой. Какая красота здесь. Еще интересный факт об этом озере, что это не просто вытекание или втекание какой-то реки, оно образовалось за счет таяния ледников. Из-за этого оно такое глубокое и узкое. Если же видите, то оно очень узкое, между горами идет все время. И холодное. Ледники, естественно, холодные. Катя растаял, волны такой
послушаю шум. Идем мы с пятачком. Форт Августус, из которого и назван этот город. Как замок прям. Форт Августус есть замкоподобный. За замком считается то, где жил кто-то из королевского рода. Так, такая красота здесь. Кто там стоит такой? Такие прям деревья. Сейчас посмотрим. Заборчик бы нам возле дома отлично сделать. Так, сейчас приблизим. Там как все темно, солнце освещает. Так, здесь у нас часы. Сели мы на круизный корабль лохнесский по озеру. They're showing you, the blue screens are showing you what Loch Ness would look like empty, and the multicolored screens are giving you a map of Scotland just to give you a rough idea of where we are just now. Very shortly I'll change that into a sonar system. Welcome to Loch Ness, enjoy. Thank you.
стороне озера гора только лиственных деревьев. На противоположной только еловые деревья. Ну это назад мы будем ехать, тут еловые, а вперед лиственные. Yeah.
же говорили. Вон там, все, пока-пока, Нэнси, Маши. Пока-пока, Нэнси. Пока-пока, Нэнси. Сейчас мы находимся в районе, который называется Нессиленд. Почему он так называется? Потому что лохнесское чудовище ласково называют Несси. В русском языке, например, когда уменьшительно-ласкательное, добывается, допустим, а-я, о-е и так далее. В английском же языке добывается буква Y, которая читается как И. И получилось Несс, которое название озера, и буква Y добавилась Несси. Поэтому лохнесское чудовище носит имя Несси, как в честь озера. Теперь получается, откуда же все-таки появилось вот это вот лохнесское чудовище? Самое первое воспоминание о таком чудовище упоминается еще в 700-х годах, то есть пару тысяч лет назад. И первым, кто упомянул такое чудовище, был монах, точнее, священник по-нашему у христианства, который шотландцев перекрещивал в христиан. Он даже крестил Колумба. И вот в его рукописях как раз есть такая вот история, такая заметка, которая описывает, что когда он пересекал это озеро Несс, он увидел, как какое-то чудовище забрало под воду человека, который плыл через эту реку. И потом этого человека уже нашли достаточно разодранного этим чудовищем на берегу и выловили его уже на берег этого человека. Это было самое первое упоминание. И так каждые пару десятков лет, пару сотен лет кто-то все время видел вот это вот какое-то водное чудовище, которое либо оно плыло в воде, либо бежало из суши к воде. И, в принципе, получилось так, что где-то два примерно описания, как это чудовище выглядит. Первое описание больше похоже на какую-то змею волнообразную с двумя или тремя горбами и такой мордой, как будто она вот у динозавра такая морда. Второе описание, особенно тех людей, которые видели, как с суши бежало в воду это чудище, у тех больше похоже на то, что это тоже такая же длинная шея, как и у двух-трехгорбового, но горб всего лишь один, большой, и четыре лапы этого чудовища больше похожие на слоновьи ноги. Поэтому вы можете увидеть на картинках два вот таких вот разных вида этого чудовища из-за двух описаний. Возможно, их даже два. Но, по крайней мере, его все-таки прознали, что это одно чудовище Несси. А сейчас мы можем посмотреть на Несси, как она выглядит. Опа!
Та-да! Так, примерно натуральный рост чудовища. И это у нас трехгорбный. Это да, трехгорбная версия, которую большинство видело. То есть длинная шея, морда не очень большая. И вот три горба, которые людям кажется. Потому что если, допустим, они видели только первую часть, тогда понятно будет одногорбое чудовище. Если же видели всю длину, тогда получается трехгорбое чудовище. Шонези, привет! Скажи, вы чудовище. А чудовищем его только стали называть, или ее, может, не знаю, кто она такая, в 1933 году, когда новостной выпуск в газете решил сделать заголовок после очередной семьи, которую увидел это чудовище, и они его назвали Лохнесским чудовищем. Это описание, эту статью, и как-то так повелось, что начинали его уже навсегда называть чудовищем Лохнесским. Да, и все время пытаются его увидеть, ученые стараются доказать, было, не было, и что это вообще было, если было. Версии есть уже какие-то, поэтому сейчас мы вам только можем пожелать его увидеть. Живое, если же оно существует. Так, а вот здесь рядом находится уже двухгорбные. Вот с таким хвостом. Два горба. Ну и третий вариант. Это уже маленький хвостик. Два горба. Эти маленький хвостик. Два горба. Здесь большой хвостик. Хвостик, извините. И это вообще без хвоста. Вот такая вот разница. Ну да. Возле этого вот отеля эти Наси. Ну и как видите, еще одна версия, еще один вариант лохнесского чудовища — это одногорбый. Это более популярная статуя, видимо, люди не так сильно знают, а который двух- и трехгорбный. И здесь такой вид прекрасный на Лохнесское озеро тоже. Thank you.